Всем привет, меня зовут Антон, вы на канале МД Регион, и сегодня мы сравним два металлоискателя от фирмы Майнлаб. GPZ-7000 и GPX-5000. Так, стоп, ты нормально вообще? Откуда денег-то столько взять? Ты уверен, да? Да. Ну окей. Часто хочется заняться увлекательным хобби, но бюджет довольно ограничен. Не стоит унывать, выход есть, а точнее даже два. Minilab GoFind 40. Bounty Hunter Lone Star Pro. Обратите внимание, их бюджет до 11 тысяч. Сразу стоит оговориться, что несмотря на невысокую стоимость, оба прибора обладают неплохими техническими характеристиками. Давайте рассмотрим их плюсы и минусы, и я уверен, именно вам поможет это при выборе вашего металлоискателя. Итак, начнем. Рабочая частота обоих металлоискателей средняя, находится в районе 8 кГц. Bounty Hunter Lone Star Pro работает на 9-вольтовой батарейке типа Крона. Minilab GoFind 40 работает на 4 пальчиковых батарейках, это плюс. Пальчиковые батарейки можно купить почти в любом магазине, 9-вольтовые кроны продаются не везде. Bounty Hunter Lone Star Pro имеет металлическую S-образную штангу, это плюс, это надежность. Minilab GoFind 40 – пластиковая телескопическая штанга, это компактность и мобильность, еще имеет функцию быстрый старт. Катушка Minilab GoFind 40. 10 дюймов, водонепроницаемая, можно погружать воду. Bounty Hunter Lone Star Pro. Катушка 8 дюймов, также водонепроницаемая. Подсветка дисплея, к сожалению, нет. Pinpoint, нет. Возможности подключения к смартфону также нет. Minilab GoFind 40. Подсветка дисплея, есть. Pinpoint, есть. Возможность подключения к смартфону. Оба прибора имеют простой и доступный интерфейс. Чувствительность устанавливаем на максимум. Смотрите, что у нас есть. Оригинал, не подделка. Minilab GoFind 40, тест по воздуху. Начинаем с 5 сантиметров. Сигнал четкий. 10, 15, 20, 25 стабильный сигнал. Двадцать девять сантиметров. Bounty Hunter Lone Star Pro. Чувствительность устанавливаем тоже на максимум. Начнем с 10 сантиметров. Двадцать сантиметров сигнал стабильный. 27 сантиметров сигнал стабильный. Ну вот и все. Надеюсь, видео будет вам полезно. Поэтому скорее определяйтесь и спешите в офис МД Регион, пока доступна рассрочка. С вами был Антон. Подписывайтесь на канал МД Регион. Не забывайте подписываться на нашу группу. Сейчас там проходит интересный конкурс. Можно выиграть пинпоинтер от XP Mi 6. Также продолжается конкурс, в котором вы можете выиграть на халяву металлоискатель Minilab Xterra 305. Ссылочки будут в описании. Всем пока!